Прикинь. Да, закрытый паркинг. Жалко. Красивый парк здесь. Мэтца. Ландо. Там за Мэтцем обсерватория. Раньше до войны построили военный форт, укрепление. Ну, его и не использовали никогда. Вид оттуда потрясающий. Да. Агар, закрыто? Ой, не знаю. Не, наверное, ж можно в Тюнвилле-то открыть. Может, туда и сходим, посмотрим. Ну, да, давайте в гору пойдем. На вокзал железнодорожный. Интересно. Там, кстати, Юрий Гагарин бывал. В каком он году там был? В конце 60-х, да? Когда больше. Да, после... Да, его там принимали. У тебя, кстати, видео есть от этого, да? Такая вот красивая кабина. Угу. Будешь заходить? Да, буду заходить. Хорошо. Мэтца бесплатно. Что у нас здесь делается? Ага, вот кабинка. Все очень красиво, культурно и чистенько. Для стекловер, балаш папье для документов, дюрн менеджер, это для мусора. Идем по направлению к вокзалу. Здесь почта. Вокзал железнодорожный, вход тут написано, и нужно одеть маски. Мы уже одели маски. Вот такой зал. Смотри, в 10:27 на третий путь приходит поезд. Сейчас купим билеты здесь. Человек покупает. Маску для готовки.
будем надевать маски. Обанкротились. Магазин. Скамейки все заняты. А, жаль. Ну да, рестораны все закрыты, скамейки все заняты. Да, тем не менее на площади кипит жизнь. Рестораны закрыты, но люди все равно сидят на лавочках, кто где. А жизнь тут кипит. Даже были представления. Например, представление про советский период и ГУЛАГ. Такое вот здесь происходило, однажды мы увидели. Закрыто. Электрический маленький автобус. На рынок посмотрим, открыт он или нет. Пошли на площадь, где находится катедраль Метца. Очень красивая. Слева базар, который был специально построен якобы для священника. Но он никогда там не жил. Пошли попробуем зайти. Не, наверное, не будем заходить. В другой раз. Угу. Пойдем. Тань, пойдем. Ты остаешься здесь? Ну, хорошо. Мэрия города Метца. Туристический офис, где можно получить консультацию, куда пойти, в какой рандоне. Здесь очень сильно развиты рандоне. Рандоне – это небольшие зацикленные прогулки, а бывают и большие. Происходит что-то. Кому-то плохо, что ли? Работы ведутся. Идем дальше на площадь. Наша любимая площадь и переходы, где полно ресторанчиков. Сейчас они закрыты, но все вернется. Мы так думаем, все будет хорошо.
На этой площади ставят Марше Нуэль, рождественские рынки. Нам пришлось вернуться, так как автобусы не ходят во второй половине дня. Едем на поезде первый раз. Donc c'est dans 5 minutes.